данном видеообзоре мы рассмотрим жидкокристаллический LCD монитор LG модели M1950DPZ. Диагональ монитора составляет 18,5 дюйма. Яркость 250 кандел на метр квадратный, а контрастность 1000 к 1. Разрешение данного монитора составляет 1366 на 768. Время отклика составляет 5 миллисекунд. Особое свойство данного монитора – это LED-подсветка. Угол обзора составляет 170 градусов. Данный монитор имеет встроенный цифровой TV-тюнер, диапазон которого DVB-C и DVB-T. Также в комплект входит пульт дистанционного управления, который позволит насладиться вам любыми телепередачами. И вы можете легко просматривать телевизионные программы как государственных, так и частных вещателей прямо с монитора. Данный монитор имеет встроенные колонки 2 по 5 Вт. Поддерживаемые форматы MP3, JPEG, DivX. А поддерживаемые видеосигналы 480, 576, 720, 1080. Кроме того, благодаря встроенному USB-порту он может проигрывать мультимедийные файлы без использования компьютера. Интерфейсы подключения данного монитора VGA, HDMI, DVI, SCART, компонентный, аудиовход, оптический выход, выход для наушников. Также возможно крепление на стену 75 на 75 мм. Вес данного монитора почти 3 кг. Также возможна регулировка наклона вперед и назад. Вперед на 5 градусов, назад приблизительно на 15 градусов. Данный монитор обеспечивает энергосбережение до 40% и выполнен без использования вредных веществ, таких как ртуть или галоген. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.